Всем привет! Ну что, ждали? Я знаю, что да. В эфире Светлана Никитчук, и в этом выпуске «Еда и я» мы продолжаем тему средств для ленивого похудения. Сегодня говорим про ксеникал. Арсатен или ксеникал – это первый лекарственный препарат для похудения с изученным механизмом действия. Его эффект основан на подавлении всасывания в кишечнике жиров за счет блокирования липазы. Нерасщепленная молекула жира не всасывается и выводится из организма. Ксеникал подавляет всасывание до 30% жиров, поступающих с пищей. По принципу действия блокаторы жира разделяют на вещества, которые связывают молекулы жира, и препараты, которые останавливают выработку фермента липазы, который необходим для расщепления жиров при усвоении. Можно было бы отнести блокатор липазы к рекомендованным средствам, если бы не побочное действие. И даже сглаженные формулировки в аннотациях все-таки настораживают. Это диарея, повышенное газообразование, маслянистое непроизвольное выделение из прямой кишки, недержание кала, вздутие живота. Количество и интенсивность побочных эффектов зависит напрямую от потребляемых жиров. Не ограничивайте рацион, едите жирное блюдо, получаете полный букет последствий. Сокращаете употребление жира, чувствуете себя комфортно, но исчезает необходимость приема лекарств, ведь дефицит калорий уже получен. Недостаток блокаторов липазы состоит в том, что из-за действия препарата перестают усваиваться необходимые жирные насыщенные и ненасыщенные кислоты, а также жирорастворимые витамины, такие как К, Д, Е, А. Я уверена, что если вы пересмотрели все мои выпуски до этого, то уже давно не верите маркетологам и кричащим рекламным баннерам о похудении без труда. Похудение может быть вкусным и интересным, но все же с вашим активным участием в этом процессе. И вы в этом можете убедиться, придя ко мне на проект. Но у меня на сегодня все. Всех обнимаю. Пока-пока.